Добрый день. Сегодня хочу показать вот такую книжечку «Принц и нищий», Марк Твен. Классика, конечно. Интересно тут не само издание, потому что книжку-то все давно прекрасно знают. Читали, видели в разных вариациях, включая Микки Мауса. А то, как она издана. Это издательство «Вирджи», и это книжки, которые издаются в подарочном исполнении, в дорогом переплете, с хорошей бумагой, на хорошей бумаге. Например, вот этот вот переплет тканевый, такой шелковым эффектом. Очень такая приятная на ощупь. Внутри плотная бумага. Вот так вот оформлено. Иллюстрации, конечно, не на каждой странице, но они присутствуют. Вот такие красивые. Полноцветно, очень красиво издано. Ну, книжка, разумеется, вычитана. Еще Марк Твена издавать с ошибками. Вот. Очень, конечно, красиво все это выглядит. Очень приятно это все полистать. Книжный запах дорогой, книжки хорошей. Если любите нюхать новые книжки, вот это как раз то, что нужно. Очень такая приятная в этом плане книженция. Конечно, за 3000 такое покупать не будешь. А изначально она стоит именно столько. Во всяком случае, в лабиринте. Ну вот, мне удалось ее купить с 85% скидкой, благо была акция. Это, конечно, очень радует, вызывает положительные эмоции. Хотелось посмотреть, что из себя представляет подарочное издание этого издательства. Ну да, на самом деле красиво, на самом деле это интересно. По дорогой цене вряд ли, но вот меньше, чем за 500 рублей. Это, конечно, прекрасный подарок. Очень прекрасно. Книжка стандартного формата. Она не очень большая. Такая обычная. Размер с обычных полных книжек. То есть это не альбомный формат, а самый обыкновенный. Но приятно почитать. Очень. Такую книжку читать приятно. Настоятельно рекомендую.